алып үкіметті. Сотталушы Сапарбаев Бауыржан Сабырбекович. Во время оглашения приговора подсудимый сидел не на скамье подсудимых, а в зале, рядом со своим адвокатом. До суда он находился под подпиской о невыезде. 24-летний сотрудник уголовно-исполнительной системы обвиняется в получении взятки от условно осужденного. По данным следствия, за 50 тысяч тенге обвиняемый обещал осужденному сократить срок наказания. Суд признал Сапарбаева Бауыржана Сабырбековича виновным по статье 311 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества. В суде было установлено, что часть взятки молодой сотрудник получил через свой счет в букмекерской конторе. По всей видимости, используя такую схему, подсудимый пытался обезопасить себя, но финансовые полицейские все выяснили и собрали весомые доказательства его вины. На основании статьи 50 Уголовного кодекса Республики Казахстан лишить Сапарбаева звания старшего лейтенанта юстиции. Вещественные доказательства – справка о наличии лицевого счета букмекерской конторы «Зенит», DVD-диск и флешка оставить на хранение в уголовном деле. Помимо лишения звания, суд запретил подсудимому в течение 5 лет занимать должности в уголовно-исполнительной системе. Сразу после оглашения приговора молодого человека взяли под стражу. Теперь ему предстоит самому узнать цену свободы, находясь уже за колючей проволокой.